Флэша. Флэша. У меня тут проникающее ранение. Потеря крови. Сучара. У меня не лошадиная дыхалка. Лоша. Слушаю. Я тут. Лоша. Я тут. Наша основная цель уничтожена! Вон! Вон они! Все вместе, те самые! Значит, она мертва! Значит, это правда! Арулька свободна! Никакой Дейдраны больше нет! Королева Дейдрана! Никогда, никогда снова! Мы ей никогда не доверяли! Она всегда была нам чужой, мы ее никогда не любили! Уж лучше пусть она в могиле лежит дохлая! Люди, запомните! Это день нашей свободы! Этих героев мы не устанем славить никогда! Спасибо вам, герои! Что ж, мы были вместе с самого начала. Сколько воды утекло! Кажется, 100 лет прошло. Черт! У меня такое чувство, будто я обязан тебе своим рождением. Спасибо! Опля! Мы им показали, кто здесь хозяин. Мы, ребята, бравы, ё-моё. Знаете, домой, конечно, хочется, но давайте скажу. Я тут отлично повеселился. И ещё будете вечеринку устраивать? Меня зовите, пацаны! Знаете, несмотря на то, что я сомневалась в вас, Мигель всегда в вас верил. Теперь я понимаю, вы отлично работаете. Хоть и командир Остолоп, я горжусь, что служил у него. Я очень горд, что могу назвать себя вашим товарищем. Отличное командование, напряжение сил, необычайное приключение, о чем можно еще просить. Я буду грустить, что нам пришлось расставаться. Классно повеселились! Куда надо записаться, чтобы получить побольше бабок? Трудно поверить, что они за удовольствие еще и деньги платят. Эй, а ведь мы победили! Теперь я герой, да? Знаете, а мне интересно было бы посмотреть на выражение лица своих родителей, когда они узнают, не то чтобы это меня сильно заботит. Ты не понимаешь, дело не во мне. Я конченый человек. Месть никогда не принесет спокойствия. Но сын, его кровь, это никогда не должно повториться ни с кем. Ты хороший командир. Я иду с тобой везде. Охраняю любую дверь ты хочешь. Спасибо. Сделал мою страну опять в безопасности. Сегодня великий день для граждан Арулько. Пришла долгожданная свобода. Мы можем гордиться собой и отблагодарить наемников, которые рисковали ради нашей свободы своими жизнями. Наша страна, так же, как и я, Энрико Чивальдори, возродится к новой жизни. Я жив сегодня благодаря одному человеку,
человеку, которого я считал своим врагом, благодаря тому, кто во время моего отсутствия сражался день и ночь, чтобы исправить мою ошибку. Конечно же, я говорю о Мигеле Кардона, которого я представляю сегодня как нового правителя Арулька. Спасибо тебе, Энрико Чавалдори, за то, что ты нашел самую бесстрашную команду наемников в истории. Если бы не они, никто не смог бы радоваться сегодняшнему дню. Я согласен управлять Арулька один год, после чего необходимо провести выборы. Я надеюсь, что Чавалдори будет баллотироваться вместе со мной. Прекрасная работа, Кэп. Не разрешил никому другому прилететь за тобой.